музеев я приурочил как раз вот открытие обновленной экспозиции вычислительной техники в бывшем музее трудовой славы фосфорита. Вообще, эта экспозиция была открыта, первоначальная ее часть, первоначальная, в 98 году, 30-летие фосфорита. Как раз накануне 35-летия, в 98-м году. В середине 80-х годов, в 86-м году, мы с Пресняковым Сергеем Георгиевичем, знаете, его почетный гражданин нашего города, известный человек был, к сожалению, ушедший, создавали музей трудовой славы фосфорита. И тогда, естественно, у меня возникла вот идея оставить для истории, оставить для людей, оставить для наших детей и внуков, так сказать, то, что, на чем мы работали раньше, на чем продолжает им работать. Вот. И хотя тогда, еще в 80-е годы, конечно, вся эта техника была в рабочем состоянии, она использовалась, только что говорил, вот здесь все это написано. Никаких компьютерах еще и речи не было, естественно. Вот отдельно можно рассказать целую историю, здесь целая экспозиция у меня создана, о истории отечественных электронно-вычислительных машин, как они создавались, эксплуатировались. К сожалению, в 90-е годы наша электронная промышленность была фактически ликвидирована, так же, как микроэлектроника, о которой сейчас вы слышите, наверное, по телевидению частенько, что когда говорят об импортозамещении, то в первую очередь фактически вот в технике упирается в электронику, в микроэлектронику, элементную базу. Нет отечественных микросхем практически, вот, больших интегральных схем и так далее. Потому что все это у нас сейчас на 90 с лишним процентов все это закупается, так же, как и вычислительная техника. У нас были своя, вот она, своя отечественная, начиная от механической. Вот я вам показывал, электроника настольная, машины до сих пор работают. И все, что использовалось на фосфорите, это не притянуто за отдельно там, с города, с каких-то других предприятий, организаций, или кто-то лично принес из дома. Здесь вся техника использовалась работниками предприятия. Вот это тоже, в общем-то, важно. Это не, понять можно и прочувствовать, как тоже использовалась вычислительная техника на нашем родном фосфорите. Ну, полвека же прошло, последние полвека развивается эта техника. Ведь нет ни одной сферы человеческой деятельности последние полвека, в котором мы с вами живем, которая бы так бурно развивалась, которая бы так резко изменила жизнь на производстве, в быту, в семье. Развивается, и надо знать, что было до того. С третьим мы прибыли с Урала, большая группа, вот нас человек 5. Ребезов, Ковынев, вот мы, у меня Лидия Васильевна, жена. Вот. Практически вся химическая промышленность, нефтегазовая, были укомплектованы М6000, а потом в том зале стоят СМ2М, это следующее поколение, тоже Северодонецк и Киев выпускали разработки отечественные. Вот, посмотрите, 72-го года и раньше еще, но их же работает. Вся бухгалтерия, это счетно-клавишные машины, так называемые, отечественные. Оттуда, когда перебрались в новое заводоуправление, он тоже был здесь. Он до 2006 года же использовался с вечерами, пока мы им не оборудовали новую современную. Здесь громкая связь, оповещение, вызов цехов на прямую диспетчеров. Видите, да, сохранились. АМ-1, что такое АМ-1 у меня тоже? Это Амафос-1. Амафоса было 3 цеха, если внимание, особенно я говорю молодежи. На то, что отечественная наука и отечественная промышленность выпускала, производила и внедряла массу средств вычислительной техники. Вот. Не надо было говорить ни о каком импортозамещении. Конечно, Советский Союз отставал от Запада где-то на 5-6 лет. Вот. Если первая ЭВМ, так сказать, полноценная вычислительная машина была в Америке создана в 1946 году, в 1946 году после войны, наша первая малоэлектронная счетная машина в 1951, то есть на 5 лет всего, академик Лебедев создавал сначала в Киеве, потом в Москве. Вот. А дальше, но она была сразу, она была крупнейшей в Европе, сразу МСМ-1. Потом пошли БСМ-1, 2, БСМ-6, которые были все время крупнейшими в Европе. Америку мы не приплевывали в этом деле, но тем не менее. Вот. И что еще интересно, так это очень бегло. У нас Ереван выпускал свои. Ведь действительно, не зря в советское время говорили там, что
был такой вот период в конце, после войны, что у нас в Союзе называли кибернетику, там, продажная девка империализма, да, такая фраза гуляла. Но потом, когда начали создавать ракетные щиты и ядерное оружие, вот, а потом, когда еще и вывод космос-аппаратов, быстро поняли, все поняли, первые руководители, а те же специалисты, ученые знали, это и так, что без вычислительной техники, без систем управления невозможно эти вопросы решить. И вот как раз начало 50-х годов поднять всю эту промышленность. Конечно, движущей силой был опять же оборонный комплекс, оборонный ракетно-космический комплекс. Это 50 мегабайт. Ну сравните, я не знаю, с флешкой, со своим жестким диском компьютера, с, я не знаю, с своим айпадом, айфоном. Вот. Когда все включено, там шум, разговаривать трудно было. И самое главное, конечно, идея какая была, что оставить память, оставить для людей, особенно сегодняшняя молодежь, чтобы она понимала, что сегодняшние айпады, айфоны и другие гаджеты, они с Луны свалились, не вдруг появились на пустом месте. А вот эволюционный процесс шел, создание, развитие вычислительной техники, как с зарубежными специалистами, так и нашими. Раритет, да.